Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Сегодня я хочу представить вашему вниманию очень интересную платформу, которая называется Viuli. Я о ней вчера делал анонс в своей группе ВКонтакте, в Телеграм-канале. Соответственно, если вам интересно получать первую информацию об интересных проектах, о новостях проектов, то обязательно подписывайтесь, все ссылочки будут в описании. Что касается данной платформы. Это у нас видеохостинг. В принципе, это аналог Ютуба. На данный момент находится сайт на альфа-версии, то есть сейчас он тестируется, дорабатывается, постоянно здесь идут техработы. В принципе, это видеохостинг, на котором могут зарабатывать не только, соответственно, люди, которые выкладывают видеоролики, но и те люди, которые просматривают видеоролики, ставят лайки. То есть это, соответственно, направление деятельности данной платформы. Для того, чтобы здесь выгодно было размещать рекламу рекламодателям, получали деньги не только те, кто заливают ролики, но и те, кто просматривает ролики, проявляет какую-то активность. В общем, этот проект позволяет также еще зарабатывать и без вложений. То есть здесь сейчас раздают токены для того, чтобы... Соответственно, это маркетинговый ход. Для того, чтобы раскрутить платформу, естественно, нужна аудитория. Привлекать аудиторию посредством просто рекламы, ну, на мой взгляд, насколько я понял, да, тактику действия администрации данной платформы, то, что развивать, в принципе, обычные рекламы, то есть заплатить какому-то блогеру, там, например, 300 тысяч рублей, и чтобы он вставил ссылочку в описании, перейдет там 200 человек, ну, пускай 20 тысяч человек перейдет, 200 зарегистрируется, и 90% забудут об этом. Соответственно, 10 человек активных останется на сервисе. В общем, таким образом, наверное, раскручивать платформу не выгодно. И данная платформа, Viuli, они избрали другую тактику. Они раздают деньги людям за регистрацию, за активность, соответственно. И давайте сейчас во всем этом разбираться. В разделе «Регистрация» вы можете пройти регистрацию в этом сервисе. Ссылочка на этот сервис будет в описании, соответственно, на платформу Viuli. После регистрации вы получите 10 токенов Viuli абсолютно бесплатно. Что касается самих токенов, перед тем, как перейдем к регистрации, зайдем на CoinMarketCap. Эти токены — это не виртуальные вещи, да, то есть это не что-то там, что нельзя обналичить, а это реальные деньги. Цена одного токена сейчас составляет примерно около 5 центов. Капитализация данных токенов составляет 30 миллионов долларов. Ежедневная торговля на биржах осуществляется на общую сумму 2,5 миллиона долларов. Сейчас наличие уже доступно, то есть уже на руках у людей 600 миллионов токенов. И, соответственно, 1 миллиард токенов всего будет выпущено. Также можете посмотреть, на каких биржах торгуется данный токен. Сейчас давайте найдем. Перейдем немножко ниже и видим раздел Markets. Открываем его и видим, на каких биржах сейчас реально торгуется этот токен. То есть, вот, например, на бирже Bit.z, соответственно, оборот ежедневный 2 миллиона 200 тысяч долларов данного токена, и цена сейчас составляет 4,8 цента. То есть 86% всех токенов торгуется именно на этой бирже. Также эти токены принимает кошелек MyEtherWallet, то есть можно перевести деньги и хранить их лично у себя, то есть не на проекте. Сейчас разберем все нюансы. Сейчас дают за регистрацию 10 токенов, то есть вы переходите по ссылочке, регистрируетесь, получаете 10 токенов подарок. Как проходит регистрация? Нажимаете кнопочку регистрации, вводите имя, имейл, пароль, подтверждаете пароль, вводите капчу, вам на почту приходит письмо с подтверждением, вы обязательно подтверждаете почту. И, в принципе, на этом регистрация закончена. В личном кабинете заполните свои личные данные. Давайте я сейчас авторизуюсь. Так, сейчас идет авторизация. Я уже здесь открыл свой YouTube канал. Кстати, не YouTube канал, а Viuli канал получается, да? Соответственно, можете на него подписаться. Пару роликов уже вчера пробовал заливать. Есть, конечно, некоторые недоработки, некоторые проблемы, но сервис на самом деле сложный. Ну, представьте себе YouTube, какая платформа, и эта платформа собирается, в принципе, стать ее конкурентом. А это, сами понимаете, требует много сил и много средств. И, соответственно, давайте сейчас по маркетингу, да, вот видите, у меня на балансе есть 100 VU. Это токены проекта, я их получил за регистрацию своих партнеров, которые зарегистрировались по моей ссылке, да. Также вы будете приглашать партнеров и будете получать также по 10 токенов за регистрацию. В принципе, сумма может измениться, потому что изначально сумма была 50 токенов за регистрацию. И я считаю, что в принципе может измениться маркетинг в любой момент, поскольку в принципе это бонусы, это мотивация для раскрутки данного сервиса. Но, как видите, 100 VU это почти, практически 5 долларов. Минимальная сумма на вывод здесь, кстати, именно 100 VU. Но при этом здесь нужно проявлять некоторую активность. Я сейчас
Буду это делать, ставить лайки, подписываться на каналы, соответственно, ставить комментарии. Вот здесь нужно получить одну звездочку для того, чтобы иметь возможность вывести средства. Как я получу звездочку, я скажу, запишу отдельное видео, да, и расскажу, как я это сделал, то есть посредством чего. Я уже видел видео и с выводами средств из данного проекта, то есть все токены выводятся, соответственно, их можно обменять на бирже, там, на эфириум, на биткоин и вывести на свой кошелек, обменять потом через обменник и вывести реальные деньги кэшем, получить их себе в карман. Плюс, я смотрел видео по получению звездочки, сейчас сам буду пробовать, естественно, пока сам не попробуешь, не поймешь, звездочку получу, потом протестим вывод. В общем, несколько видео еще по этому проекту точно будет. Минималка на вывод у меня есть. Я думаю, возможно, кто-то из моих подписчиков тоже захочет присоединиться к данной платформе. Плюс здесь трехуровневая рефералка. За регистрацию рефералов прямых дают 10 токенов. За рефералы второго уровня, то есть приглашенные ваших приглашенных, 7 токенов. И за приглашение рефералов второго уровня дают с третьего уровня 5 токенов. То есть, в принципе, здесь трехуровневая партнерка, на которой можно неплохо сейчас разжиться токенами. Я видел на YouTube видео некоторых блогеров. У них уже там по 17, по 20 тысяч токенов, что составляет там порядка $1000, да, по нынешней цене. Но при этом токен этот стоил, сейчас давайте перейдем обратно на CoinMarketCap. Его максимальная сумма доходила, цена, до 11 центов. То есть, можете посмотреть вот здесь вот, да, 11 центов. Вот сейчас вот здесь вот 11, то это не максимально, вероятно, даже до 12 центов. Эпизодично прыгнул он один раз, да, до 12 центов, и потом пошел на спад, корректировка, и вновь подъем сейчас вот стабилизируется. Возможно, очередная коррекция идет токена по цене. Ну, в общем, это не суть важно. Дают практически 50 центов, то есть 30 рублей за регистрацию, 30 рублей за регистрацию партнера. Что касается накрутки регистрации, то я этим заниматься не рекомендую. Есть ребята на различных сервисах, есть сервис MyWatt, проверки сайтов, там пишут то, что я рекламировал этот сервис, соответственно, потратил деньги. Так, ребят, здесь нельзя накручивать. Кто будет платить за просто людей с буксов? То есть реально нужны живые подписчики. Порекомендуйте друзьям этот сервис. Просто пускай зарегистрируются. Возможно, платформа будет такая же крутая, как и YouTube, а может быть еще круче, поскольку эта платформа децентрализированная, работает на собственной криптовалюте. То есть, смотрите, выпустится миллиард токенов, да, то есть это лично мое мнение уже пошло, миллиард токенов выпустится. Платформа, например, разовьется до, ну, не масштабов YouTube, хотя бы на 1/4 масштабов YouTube. На YouTube миллиардные обороты, то есть там несколько десятков миллиардов долларов в месяц и сотни миллиардов долларов в год крутятся на рекламе. То есть, смотрите, сейчас токен стоит 5 центов. Если даже оборот будет в этой компании, в этом сервисе, на этой платформе Виуле, будет оборот хотя бы в миллиард долларов, то, соответственно, каждый токен может стоить по $1. То есть сейчас вы можете за регистрацию получить 50 центов, сохраните эти токены, пригласите друзей, получите больше токенов, и каждый токен может дорасти до $1. А если оборот будет 10 миллиардов, возможно, до $10. Опять же, это мое личное субъективное мнение. Факт того, что это случится, естественно, не подтвержденный, это покажет только время. Сейчас можно догадываться, можно скептически относиться, можно позитивно мыслить, соответственно, у каждого свое мнение. Что касается создания канала, наверное, я тоже запилю отдельный ролик по этому вопросу. У меня сейчас есть здесь канал, опять хочу сказать, YouTube канал. Переходим в раздел «Мои каналы», канал здесь создается очень просто. Давайте перейдем, вот я сделал вчера обложечку такую, соответственно, ну просто тестовую, да, посмотреть, как это все работает. Вот загрузил ролики, они даже просмотры какие-то набирают. Вот по глобусу 9 просмотров, по последнему ролику с YouTube 4 просмотра. В принципе, неплохо. Также это источник трафика для ваших ресурсов. То есть, естественно, вы можете прокачивать здесь какие-то проекты, свои сайты, просто раскручивать свое имя, да. То есть, опять же, там, если вы есть в Инстаграме, там, в Телеграме, на Ютубе, ВКонтакте, там, в Одноклассниках, в Фейсбуке и так далее, то, в принципе, заведите здесь аккаунт, как социальная сеть будет для вас, я думаю, полезна. Также источник трафика после того, как проект раскрутится, я думаю, несомненно, здесь будет большой поток трафика, то есть здесь можно будет зарабатывать не только на токенах, но и на рекламе. Также, может быть, будут заказывать рекламу. В общем, смотрите сами, если вам интересна эта тема. Например, если бы вам сказали завести на YouTube канал в 2006 году, я думаю, вы бы это, несомненно, сделали.
Здесь платформа на современных технологиях, на блокчейне, со своей криптовалютой, поэтому перспективы вы должны оценивать сами. 2017 год был, в принципе, годом криптовалют, сейчас и остается, но немножко падают, корректируются. Естественно, был, ну, на мой взгляд, ничем не подкрепленный взлет, сейчас идет корректировка, падение, соответственно, все, что вырастает, когда-то падает и потом опять вырастает. В общем и целом, проект, на мой взгляд, интересный и перспективный, как в плане заработка. Сейчас можно очень неплохо заработать на токенах. И, во-вторых, это будет платформа, возможно, платформа будущего, то есть еще один видеохостинг с большими перспективами. Здесь уже есть каналы Ларина, есть каналы Айтипедии, то есть это большие блогеры-миллионники. Также Соколовский прокачивает здесь данный проект, то есть у него уже два видео есть на канале. Давайте перейдем сейчас и видим почти 5000 подписок, два видео, то есть здесь можно также посмотреть его видеоролики. В принципе, на этом я заканчиваю свой видеообзор, возможно, немножко он затянулся. Ссылочка на Виули в описании. Какие вопросы есть, задавайте в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем всего доброго. Пока-пока.